Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук. Я вас приветствую на канале «Летучие коровы в канадской деревне». Хотела показать вам, как Доля облизывается, когда хотела кушать и не хотела переходить через этот канал. Вот так это я ее кормлю. Вот так, потом я покажу вам, как я ее кормлю. Yes. Вот так же кормлю из бутылки. Мне так проще, мне так нравится иметь просто контакт с Долой, нашей куклой. Вот так вот. Молочко я только выдоила. Он суши стоит. Вон там мистер Элвис стоит, что-то там уже грызет. Ну да, Долли. А Долли, она любит бататься. Вернее, стучать по вымени. Выме – это бутылка. Вот так вот. Она выпивает эту целую большую бутылку. Здесь вмещается почти 4 литра в эту бутылку. Я ее пою утром и вечером. В обед я уже перестала ее поить. Она там бегает вместе с остальными. Что-то там я даже видела, сено поедает. Чуть там какие-нибудь сено что-то там поедает. Вот так вот. Я суши забыла налить воду ночью. Она там стояла в предваннике вместе со своим Элвисом. Я забыла ей воду налить, чтобы она попила ночью. Ну вот так вот. Такая вот я. Забывалка. Памяти вообще нет уже. Надо что-то попить, покушать. Для памяти, для восстановления памяти. Только бы не запамятовать, чтобы покушать. Ай, ну короче, все у нас хорошо. Вот. Закончено этой ночи. Вот так вот, еще раз повторяем, мы кушаем. Вот так, почти выровнялись. Видите, вон сзади, вот там все выровнялось. Да, Дэнни? Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. До новых встреч. Все будет хорошо.